Ну что, умник, готов признать, что ты умен. Но если бы я взял этот молоток и разнес им твой череп, то мы бы увидели эти три ямочки в том же месте, что и у старого Бена. А теперь быстро оба ладони на стол! Если только попробуете оторвать их от этой черепаховой столешницы, мистер Буч всадит в вас обоих дуплетом из обреза. Сколько лживых слов было сказано за этим столом сегодня, и все, чтобы одурачить нас! Мистер Моги, будьте так добры, заберите пистолет у этих людей. Премного вам благодарен. Доктор. Так о чем мы говорили? Болван. Ах, да. Помнится, вы как раз сделали мне предложение о покупке Брунгильды. Я прав? Верно. Приведите Хильде! Да поживей. А ну-ка опусти свою задницу на этот чертов стол! Положи ладони на стол. И заткни пасть твою! Доктор Шульц, в Гринвилле вы мне заявили, что за правильного нигера готовы заплатить сумму, которую многие бы посчитали невероятной. Тогда я вас спросил, что вы имеете в виду, а вы мне на это ответили. 12 000 долларов. Учитывая то, что вы проехали много миль, потратили много усилий и наговорили так много лжи, чтобы заполучить вот эту прелестную леди, выходит, что Брунгильда и есть ваш правильный нигер. И если вы хотите покинуть Кэндилэнд с Брунгильдой, ее цена 12 000 долларов. Вы предпочитаете в переговорах стиль «соглашайтесь или убирайтесь»? Именно так, доктор. Видите ли, по законам округа Чикасо, Брунгильда – это моя собственность. И я могу поступать со своей собственностью, как только пожелаю. И если вы считаете, что моя цена за эту негританскую слишком высока для вас, тогда я желаю поступить так. Запью ее до смерти! Прямо у вас на глазах! Не дергайся, ублюдок! И тогда мы осмотрим три ямочки на черепе Брунгильды! На! Что выбираете, док? А? Как же мы поступим? Могу я оторвать руки от столешницы, чтобы вытащить бумажник? Да. Да, можете. Тут 12. Человеку с необыкновенной бородой и с самым обыкновенным нигером. Мистер Моги. Да, Келвин? Выпишите этим джентльменам квитанцию на 12 000 долларов. 12 000 долларов. Приятно было иметь с вами дело. Ну, а теперь, джентльмены, не желаете перейти в гостиную, где нам подадут белый торт?